Я тут тоже микрофон поставил нормальный. Вот, и периодически почему-то он хуже работает, чем с ноутбука, если работать вот в этой программе. Ну, сейчас проверим. Так. Так, всем привет. Проверка звука. Скажите, ребята, что-нибудь, как нас слышно? Игорь, скажи что-нибудь. Я тебя слышу нормально. Так. Да, я тоже слышу хорошо. Джозефа тоже слышу. Так. О, вижу плюсик. Да, чтобы у нас это. И вот здесь проблема именно то, что, видите, проваливается вопрос. То есть у вас видно 4, у меня видно будет побольше. Из-за этого я и говорю, что бывает такая ситуация, что у меня на несколько вопросов больше, я просто их буду это рассказывать, так скажем. Ну, это вот возможность такие программы. А потом, главное, когда у нас видео закончится, все вопросы сверху вниз уже будут в комментариях. Так, главное, чтобы звук был нормальный. Про отцы. Recommended працы. Жесть. Ну вот я говорю, поугарать хорошо. Главное, чтобы это на позитиве народ был, ё-моё, и когда там всякие с поддёвками. Весь смысл-то же не в этом, а в том, чтобы действительно получить какую-то полезную информацию. У меня сейчас это вопрос надо было записывать, я забыл, короче, меня там народ просил. Я говорю, я все забыл, то есть ничего не помню. Я сейчас единственный последний вопрос у меня был, мы сейчас разговаривали по книжкам как раз. По книжкам, что какие там изменения были. Я говорю, я вообще не знаю. Ну, говорю, напишешь, спросишь. Чё, вот в этом я не разбираюсь. Ну, по книжкам у нас есть один специалист, Ну, которого я хорошо знаю. Могу так посоветовать. хорошо. У меня как раз связь пропала. Вот я услышал от специалиста. Повтори вопрос, пожалуйста, Денис. Про книжки. Какие изменения вообще происходят? Вот пока нас Да, народ. там большие изменения. Большие. Основные изменения это в отзывах. То есть сейчас отзывы сложнее получать. Стандартная схема обмена отзывами уже не работает. И вот сейчас мы как раз ищем варианты, как сделать это лучше всего. Скорее всего, будет работать такой же вариант, как с продуктами, когда будут просто выкупаться книжки и оставляться отзывы. Вот так. Понятно. Но есть интересная информация. Вот я недавно с Энтони Ли, как раз вчера с ним общался, интервью брал. И они там сделали исследование, даже по-моему, не они, а какие-то ребята из Амазона, сделали исследование, что достаточное количество отзывов, это 21, для того, чтобы, ну, грубо говоря, ничем не отличаться от тех, у кого там 3000. То есть конверсия между 21 отзывом и типа 3000 не такая уж и большая, типа разница в конверсии. Вот, что очень интересно, надо будет как-то у себя посмотреть это все. То есть Так что пища для получается у размышлений. нас на продуктах от 100 отзывов, а у вас там от 20, да? Ну, то, что говорит Энтони, то, что это не особо, типа разницы нет никакой. То есть, если это 15, то да, есть разница. Если 21 плюс, то 100 это или 21, играет уже качество отзывов, а не количество. Все понял. Ну, в любом случае, пишем вопросы, так что начнем. У Джозефа 1,5 часа есть на нас. Я думаю, 1,5 часа нам выше крыши. Начали мы 21 по Саратовскому, 20:00 по Москве. По-вашему, не знаю, какое у вас там время. Сколько у вас сейчас времени? У меня час дня, у Игоря 8, да, вроде? Да, правильно. Ну, вот идеально. Я когда мы там консультировали, у нас группу, когда собираешь, оптимальное время получилось 18:00 по Москве. Потому что Шанхай и Нью-Йорк как-то получается так, у одних это поздний вечер, у других раннее утро. Единственное, как можно всех собрать в одно время. Так. Ну вот, поехали, в принципе, вопросы. Какой способ рекламы лучше? Amazon, вывод топ, внешний трафик, ну и так далее. А, Джозеф, я тогда предлагаю так делать. Я сначала там свою версию ответа, а потом ты свою. И где-то посередине мы находим истину, как обычно. Давай. Так, ну, смотрите, значит, тут какой способ рекламы лучше? Ну, тут нет такого, какой лучше, да? Тот, который работает, тот и лучше. В зависимости от ниши, конечно, будут какие-то каналы работать лучше, какие-то хуже, но основа пока остается такая же, какая и была. Это платный трафик, PPC амазоновский, и это ранжирование по ключевым словам в Амазоне. А вот как вы будете ранжировать, это уже вопрос, ну,
Следующее, это может быть и технологии типа пакистанское SEO, Вихрь, там еще куча других аналогов есть. Вот. Либо, например, гнать внешний трафик. Мы, например, сейчас очень интенсивно работаем с Фейсбуком, и вот у нас будет скоро, я думаю, закрытый вебинар на более детальную тему Фейсбука. Но вот одна из фишек, которую мы сейчас делаем, это раздаем купоны через Facebook. То есть Facebook позволяет внутри своей системы раздавать уже уникальные коды. И мы даем скидку небольшую на товар, там 10-15%, делаем хороший оффер, ну, картиночку, и показываем, что товар на Амазоне, и, в общем-то, неплохие результаты имеем. То есть за погашенные, ну, не за погашенные коды, а за полученный один код, там, мы платим 20 центов, и, ну, допустим, там, потратили $14 вчера, и было там что-то 8 или что-то около того, 7 заказов на продукт, который $46. Вот, что, в общем-то, очень хороший результат. Ну, да. Джозеф? Окей, значит, что лучше насчет рекламы, насчет вывода в топ, я расскажу свою стратегию, вообще, как я пользуюсь рекламой, как я пользуюсь внешним трафиком и так далее. То есть изначально у меня цель – это запустить продукт, получить определенное количество отзывов и дальше продвижение. Значит, когда я продвигаюсь, у меня есть определенное количество ключевых слов, там 20-30 для начала. И те ключевые слова, которые не продвигаются, то есть тяжело продвигаются, они застревают где-нибудь или на первой странице внизу, или на второй, или на третьей странице, дальше не двигаются, к этим ключевым словам я уже начинаю подключать и рекламу, точное соответствие, и внешний трафик, чтобы эти ключевые слова толкнуть выше. Значит, вообще, то, что касается PPC рекламы, я лично для себя не вижу какого-то смысла на PPC рекламе строить бизнес. То есть я на PPC рекламу вообще не рассчитываю, когда запускаю свой продукт на Amazon. Для меня PPC реклама — это как инструмент для тестирования ключевых слов. Я очень много времени провожу в поиске ключевых слов, анализирую конкурентов, использую разные инструменты для того, чтобы найти новые ключевые слова. Но найти новое ключевое слово – это одно дело, а какой смысл и какой толк может принести это ключевое слово – это уже второй вопрос. То есть прежде чем начать вкладывать и продвигать это ключевое слово, мне надо убедиться, что по этому ключевому слову есть какой-то трафик. И исходя из этого трафика, я уже принимаю решение, стоит его продвигать или нет. И здесь я использую контекстную рекламу в точном соответствии, где я вставляю все эти ключевые слова. В течение недели я настраиваю такую агрессивную рекламу, где получаю побольше кликов, побольше показов. И исходя из этих результатов, я уже подбираю самые нормальные ключевые слова и дальше их двигаю. То есть таким же образом поступаю именно с внешним трафиком. Сейчас вот про ту стратегию, которую Игорь рассказывал, купоны через Facebook, отличный метод просто крутить те ключевые слова, которые стоят, которые не хотят двигаться, очень легко и, ну, чуть-чуть может быть затратно, да, с этими купонами, но продвинуть ключевое слово, которое стоит и не двигается через Facebook, через раздачу, через купоны. Купон на какую скидку? 10%, 20%, то есть сколько? Ну, в целом я делаю 50%, кто-то делает 90%, кто-то 20%, в зависимости какой товар. Ну, давай я прокомментирую, как мы тут, какой алгоритм нашли, тоже интересно. Видишь, как у нас, почему у нас с Джозефом хорошо получается, потому что мы действуем независимо, а потом объединяем хороший опыт. В общем, как мы тут поработали, мы даем скидку на продукт 15%, но пишем на объявлении, что скидка 48%, потому что мы ее считаем от manufacturer suggesting price. Итого в рекламе можно поставить больше скидку, чем она есть на самом деле. Ну, понятно, да? Вот. То есть, одним словом говоря, для меня цель на Амазоне — это органические продажи,
То есть я пытаюсь меньше тратить на рекламу. Если у меня, допустим, я знаю, что продукт, вот, он достиг потолка, продается по 150 единиц в день, органические, там, без всякой рекламы, то, ну, это круто, мне больше никакая реклама на Фейсбуке не нужна, потому что, в Это принципе, затраты есть... просто. А? Ну, это затраты, по большому счету, да и все. Ну, да. То есть, в целом, лично я, просто вот так вот рекламировать продукт на Фейсбуке, без всяких купонов и так далее, особо результата не вижу. То есть, ну, их очень тяжело увидеть, если ты не делаешь какие-то прокладки, там, лендинги, да, где ты можешь следить за всей этой конверсией. В целом, Facebook для меня как бы особо никогда таких масштабных результатов не показывал. Все самые крутые результаты – это когда продукт выходит на первую страницу в топ-5 по самым основным ключевым словам. Как бы вот тогда начинается весь кайф Амазона, когда ты получаешь органические продажи и не тратишь ни копейки на все эти клики. Понятно. Ну, единственное, я тут добавил бы, что просто вопрос продвижения, наверное, все остальное. Одно дело на старте, другое дело на когда у нас вот действительно в топы мы уже выходим. И, ну, то есть уже в следующей стадии. Потому что для каждого разная ситуация продвижения, правильно же? Одно дело ты Да. с нуля начинаешь. Так, вот у нас вопросов много. Пожалуйста, ребят, не пишите так много. То есть мы отвечаем, новые записывайте. То есть, очень интересно мне про футболки. Сталкивались? Я на днях заявку тоже подал, там название свою фирму. Забейте там, какая у вас, чем фирма занимается, и, в принципе, немножко о себе и все. Заявку подал, привет, ждите ответа. Что можете сказать по этому поводу? Про футболки я ничего не могу сказать, мне это не интересно, никогда не интересовало. По-моему, у Игоря есть кое-какие знания в этой области, Игорь. Да, мне опять, видишь, когда вопрос ко мне, у меня связь лагает. Вот так вот я и сливаю все вопросы. Короче, да, мерчем я пользовался, не нашел в нем большого потенциала. Я знаю, есть ребята, которые зарабатывают некоторые там десятки тысяч долларов, но это скорее исключение, чем правило, потому что у меня есть аккаунт, я это все проработал. Там основная сложность в том, чтобы на этом деньги зарабатывать, нужно кучу дизайнов. А Amazon изначально тебе дает там 20 штук этих дизайнов. То есть тебе для того, чтобы получить больше дизайнов, нужно иметь уже продажи. А если те, которые у тебя есть, не продаются, то очень сложно ну, начать объем создавать. Вот. То есть здесь деньги приходят на объеме разных вот этих ну, актуальных дизайнов. Вот так. И получается, что сам Amazon не дает возможности делать это массово. Да, в общем-то, это и не была цель Amazon, когда мерч запускался, если кто-то помнит, когда он запускался для разработчиков приложений как сервис для того, чтобы разработчикам было легче как бы его, ну, как пиарить свои приложения. Можно... И поэтому, если кто хочет зарегистрироваться, то лучше регистрироваться как IT-компания или компания, которая занимается приложениями. Это то, как я сделал. И меня довольно быстро пропустили. Там я буквально месяц подождал или два. Вот. А все ждут больше 3 месяцев обычно. Вот, я просто представился, что у меня эти решения, вон там мои Zeraш, все дела, и все, и меня так пропустили к этой программе. Ну, толку я в ней не нашел, и Все маржинальность там понятно. маленькая. Все ясно. Бренд-регистре. Что у нас новое? Слышали что-нибудь интересного? Ну, вроде Джозеф? бы, да, вроде есть кое-какие новости с людей, которые работают в Амазоне. Недавно слушал вебинар, где человек рассказывал, что в мае можно будет опять регистрировать бренд, но только там уже не все так просто будет. То есть, когда мы показывали просто веб-сайт с коробкой и с продуктом, со своим логотипом, этого уже будет недостаточно. Надо будет уже предъявить трейдмарк. То есть на этот бренд у вас должен быть обязательно трейдмарк. Без трейдмарка бренд-регистри уже не сможете пройти. Вот. Ну, как мне кажется, это будет только к лучшему. Я не знаю, если они этим способом как-то помогут нам избавиться от хайджекеров, И слава богу. да. Но, в принципе, зарегистрировать трейдмарк там всего лишь $500, это не так уж сложно. Если это решит вопрос реально хайджекеров, то я бы прямо сейчас отдал не $500, а 5000, так как они достали уже меня. Согласен.
Теперь хотел добавить вот это, когда мы с Facebook, с внешнего трафика. Во-первых, какой внешний трафик больше предпочитаете? Потому что я разговаривал с американцами, кто говорит, что как у нас, например, Instagram не работает, Pinterest его сожрал и Twitter. Вот, вы сейчас говорите про Facebook. Facebook больше для бизнеса. То есть, и как использовать? Супер URL генерируете динамически или нет? Давай я тогда отвечу. Значит, супер URL генерируем, но немножко не так. Мы делаем супер URL с вставленным ключевым словом на storefront. Так? То есть, когда мы даем супер URL сразу на storefront. Это помогает тем, что когда человек кликает, выбирает товар, у него сразу генерится QID. То есть, не нужно генерировать супер URL один раз, да, там зашивается QID, идентификатор сессии временной, и получается, что потом он устаревает очень быстро. А если давать ссылку уже с кейвордом встроенным на storefront, то все гораздо интереснее получается. А, вот кейворд, а если это AmzaOne, он там генерирует? Еще раз, что? А если AmzaOne генерирует, который у нас динамический супер URL? Ну, AmzaOne, насколько я знаю, работает неплохо, да. То есть тоже можно использовать. Я не вижу тут проблемы. Что еще хотел добавить, что даже если, вот по нашим наблюдениям, даже если покупок нет, то все равно трафик по вот таким ссылкам, ну, я не использовал AmzaOne, могу говорить просто ссылку прямую на storefront с ключевым словом, все равно влияет на рэнкинг по этому слову. То есть он растет, потом, когда трафик останавливается, он падает. Вот. А то, что некоторые пишут, что коэффициент конверсии падает, да, в общем-то, все логично, что коэффициент конверсии должен упасть, но по сути, его Amazon как-то вот отфильтровывает этот трафик, он понимает, что это типа внешний трафик, и его надо считать отдельно. Да, полезно. Но вообще, вот эти ссылки AmzaOne и AmzaTracker, на самом деле они не очень эффективно работают. Лично я тестировал ссылки из AmzaTracker, они меняют там QID, но получается, откуда они берут это QID? Да, они каким-то образом сами генерируют. Это не сам Amazon делает, соответственно, как мне кажется, оно не имеет такого эффекта, как настоящий QID, который сгенерировал Amazon. Поэтому вот тот метод, про который рассказал Игорь, я тоже пользуюсь этим методом, и он намного эффективнее. Даже вот сейчас с нашим экспериментом, который мы начали продукт продвигать во время раздач, с помощью этого метода, про который Игорь рассказал, буквально за 3 раздачи по ключевому слову, 3 продажи, и продукт уже был на второй странице в самом верху. То есть реально очень крутой результат. Вот, а ключевое слово такое не самое низкочастотное, чтобы вы знали. Вот, так что если кто-то пользуется до сих пор всякими ссылками из AMZ-Tracker и из AMZ-One, мне кажется, уже давно пора от этого отходить и использовать более хитрые методы. Ну, я тут еще добавлю. Значит, мы когда делали, ну, софт разрабатывали для Вихря, вот, то по сути QID это, ну, по сути, временной штамп. То есть это просто время добавляется. Вот. И, ну, тут я не вижу, как его можно прям, вот это я больше с Джозефом с тобой общаюсь, я не вижу, как его тут можно прям ошибиться в нем, да, не так его сгенерировать. Но если его, скажем, наверное, он устаревает просто, я бы так сказал. Ну, вот смотрите, у трекера как раз, насколько мы знаем, у трекера как раз устаревает, а AmzaOne, если проверить, его каждый раз будет разный. Из-за этого. Мы сейчас на данный момент считаем, что AmzaOne как раз, если из этого, из универсального варианта идти, что он самый такой подходящий, просто ребята спрашивают, можно более, ну, инструкцию, как сгенерировать вручную, чтобы AmzaOne не платить $20 в месяц, грубо говоря. То есть подсказать. Я вот честно могу сказать, я до 3 октября фигачил там товары, раздавал по 50 штук в день. И за это там то каких способов не попробовали мы. Вот. И действительно продвигали, то есть мы в те времена продвигали, когда мы как раз, я вот это все послушал, и когда добавили индусов, то есть получилось и раздача плюс индусов, то есть вот если порционно все это делать с умом, вот, получался действительно нормальный эффект. То есть единственное, вот сейчас на данный момент, если смотреть по раздачам с выкупом, ну, то есть реальные покупки органические, то, ну, раз в 10, наверное, эффективнее. То есть так 50 надо было штук раздать, а так 5. Вот, в принципе, результат такой. Но конкуренция все равно в этом отношении растет, наверное, что-то будет новенькое. Постепенно процесс идет. Так, вернемся к вопросам. Если можно какую-то инструкцию или что-то такое там сделать, как-то это генерировать, что объяснить попроще, вот народ спрашивает. Куда как воткнуть, я не знаю.
То есть, мне кажется, Давай я обещать сейчас не буду ничего, потому что я могу сейчас пообещать, потом просто забыть, и выходит, что я наврал тут всем. Ну, я тебе напомню, вот, поэтому... если не трудно. Да, напомни мне. Ну, я просто тебе скину, как эта ссылка выглядит, ты расшаришься. Ну да, хорошо. Ну, по хендмейду, я думаю, если мы по там, там особо тоже рассказывать нечего. Этот хендмейд с того года начал работать, он там его раскачивает. Кто у меня хендмейдом занимается, там они даже за профессиональный аккаунт не платят. То есть здесь достаточно сложно. Можете что-нибудь про хендмейд сказать? Нет, я не занимаюсь. Я тоже. Джозеф, что там поделаешься ручками? Нет. Хендмейд в основном на Etsy хорошо продается. Как-то тоже это далеко от моих интересов, поэтому в основном это занимается здесь, в Америке, сколько я знаю, всяких девушки замужные, которые сидят дома, заняться нечего, и они берут там что-то своими руками, то ли бизнес пытаются построить, не знаю, но это как бы особо не масштабируется этот бизнес, чисто так, как хобби. И вот они продают хорошо на Etsy. На Амазоне я не знаю, насколько это хорошо будет продаваться. Но они... у меня лично. Амазон просто двигается во все направления. То есть хендмейд, продукты питания, там, одежда. Ну, то есть. Так, Джозеф, у тебя связь пропала. Почему? Я слушаю нормально. Понял. Вот, так. Значит, мне кажется, просто Амазон везде лезет, а там уже как получится. Победят они Etsy, не победят, тут уже. Вот, вопрос открытый. Что такое трейдмарк? Ну, как, регистрация торговой марки в США. Новый продукт, с чего начать? Ну, тут длинный вопрос. Спрашивают, так. I'm the one норм генерирует. Ну, хорошо. Так, блин, инструкцию, как делать суперверл, понятно. Это обычный код, понятно. Рукоделие. Так. Не опасно сейчас продвигать товар через SEO-продвижение? Ну, всегда этот вопрос был открытый. Риски наши. Каждый должен понимать, мне кажется, да? Прокомментировать, Денис? Да, да, прокомментируйте. Как вы считаете вообще? Ну, давай, Джозеф, я начну. Значит... По большому счету, да, есть методы, ну вот SEO, да, они разные, во-первых. Нужно понимать, каким методом вы пользуетесь или какой метод для вас используют. И есть такие методы, где просто манипулируют покупками. Вот там, где происходит манипуляция покупок, вот то, что вот письма присылает Amazon, там манипуляция best-seller rank feature, все такое, то это все, скорее всего, происходит благодаря тому, что алгоритмы были манипулированы именно покупками. То есть там FBM кто-то создал листинг, что там купил, отправил, не отправил. Какие-то фейковые закупки, неработающие карточки. Все вот это вот Amazon очень не любит и очень сильно палит. Поэтому это такая первая очень такая красная зона, скажем. Туда лучше вообще не лезть и таким лучше вообще никогда не заниматься. Вот. Есть другое направление, такое как манипуляция полезными действиями, среди которых всем известны виш-листы, когда вы добавляете виш-листы товары. Вот здесь у нас мы такую позицию занимаем в Вихре, и у нас, я не встречал, чтобы у нас были, ну, как бы массовые какие-то такие письма, были пару человек, буквально два, которые получили такие письма, но они пользовались еще и другими раскрутками, сейчас мы не будем, давайте, называть там имена. Насколько мне известно, не Дениса, то есть это не из группы Дениса, сразу скажу, раскрутка была, но там другие ребята какие-то есть. Вот. Ну, вот такой от меня комментарий, Джозеф. Ну, согласен, то есть по виш-листам и полезным действиям я за многие годы ни разу не слышал, чтобы кого-то забанили, вот, но вот этот метод, где человек создает фейковый аккаунт, берет фейковую карточку и типа делает выкуп. Это метод 10-летней давности, очень опасный, ненадежный. И я бы призывал всех, прежде чем давать свой листинг кому-то в работу, надо 100 раз подумать, спросить, чем они занимаются, что они конкретно делают, потому что уже несколько человек попались на такую раскрутку, где Amazon присылает предупреждение такое серьезное, да, и
любой следующий косяк может привести к закрытию аккаунта, то есть вы ставите просто свой бизнес, свои деньги под угрозу, поэтому будьте внимательны и каждому второму не давайте в раскрутку свой листинг. Понял. Я думаю, все поняли. Спрашивают про механику групп в Фейсбуке, как, где искать группы в Фейсбуке, как там раскидывать. Единственное, я думаю, сам на это отвечу по-быстрому. Ищите просто группу в Фейсбуке, наберите поиски Amazon, Amazon там Seller, Amazon Best Buy, там Seller, отзывы, ревьюеры, ревью там и так далее. Там сделайте скидку, соответственно, заложите. Единственное, мне кажется, не надо прямую ссылку на свой аккаунт, чтобы не было негативного трафика. И через переписку я делал, например, мне писали там в комментариях, я с каждым переписывался, они мне давали почту, я получал и почту их, этих людей, грубо говоря, смотрел их аккаунт и после этого раздавал им купоны на скидку. Вы как делаете? Игорь. Денис, а можешь уточнить коротко вопрос? Механика, как делать внешний трафик через группы в Фейсбуке? То есть механика, как, где найти группы в Фейсбук и так далее, и так далее. Ну, я этот вопрос немножко по-другому просто понял даже, и то как бы я не гнал трафик на самом деле из групп других в Facebook, потому что, ну, это раньше, скажем, работало давно, когда можно mm-hmm. было просто раздать товар за отзыв и получить этот отзыв, и когда это все перестало работать, я уже не вижу смысла такого делать. Вот для меня этот способ как бы стал неэффективен. Но можно вести трафик с Facebook из своей группы. Так, если у тебя есть аудитория, вот. Ну а этим нужно заниматься в плане, что лично, опять-таки, мне намного эффективнее купить трафик платный в Facebook и вести его сразу на офер свой, сразу на купон, чем собирать аудиторию в группе, потом делать ей какой-то офер внутри аудитории. То есть, как бы я иду по пути наименьшего сопротивления. Если мне дает больше продаж просто paid трафик, я иду по paid трафику. Ну, актива, социального актива, лидов, там, email-адресов, это все круто, это создает ценность бизнесу, это создает аудиторию, которой ты можешь потом пользоваться. Но если есть возможность сейчас генерировать прибыль, привлекая внешний трафик или продвигая товар по ключевым словам, я выбираю этот сейчас метод. Хотя группы у меня есть, я просто их не развиваю, потому как они просто стоят дороже в этом плане. Ну, вот так. Джозеф? У меня есть группа, которую я рекламирую, у меня есть бюджет, скажем, как рекомендовал Райан, $5 в день, вот, крутится по $5 в день, в принципе, довольно неплохо работает, каждый день люди подписываются. Так активно я ее не развиваю, то есть контентом, да, пока, думаю, до 10 тысяч дойти, потом потихонечку буду постить всякие предложения интересные делать. Вот. И, честно говоря, тоже, ну, времени на это все не хватает. Вот. Насчет, если правильно понял вопрос, раздач. У меня как бы своя база есть, уже наработанная, проверенные люди, которые готовы купить продукт в любое время. Вот. И когда я запускаю новый продукт, просто делаю рассылку по этой базе, и все, они закупаются. И таким образом набираем первые отзывы. Все понял. Ну, то есть это как раз касается тогда, когда у нас несколько товаров есть. Группу вокруг одного, там, двух товаров построить очень сложно, наверное, правильно? Угу. Вот. И здесь я как раз всю схему рассказывал именно до 3 октября, которая происходила. В принципе, по Фейсбуку именно на внешний трафик это, конечно, надо действительно нормальный ассортимент. Так, меня тут спросили по поводу, где произведено. Made in China, Made in Italy, какие нюансы, я вот честно могу сказать, не пойму. Может, вы что-то знаете? То есть, если произведено в других странах, как это влияет? Ну, влияет, понятно, положительно. Китай не очень любит. Но все другое, мне кажется, без разницы. Ну, как влияет это на продажи? Ну, на продажи положительно, в любом случае. То есть, вот вопрос просто задают по поводу, где произведено, например, Made in Italy. Вот, то есть, что это такое, я не знаю. У вас есть какой-то комментарий? Ну, у меня все, что продается, все сделано в Китае и продается очень неплохо, поэтому про Италию и разные страны не знаю, никогда таких продуктов из Италии и вообще из Европы не было, поэтому в этом вопросе я не компетентен, не знаю. Понял.
Тогда вопрос именно Европа, Канада, Япония. По этим. Вы где продаете в основном? Америка? Как с Канадой, с Японией, Ну, фокус, Европой? конечно, основной Америка, после того, как, ну, это моя стратегия, после того, как продукт доходит до определенных результатов, где, в принципе, уже расти некуда, тогда уже расширяем на Канаду и Европу. Ну, Канада, конечно, слабенькая, но вот Европа, в частности, Англия и Германия, довольно хорошие рынки. Ну, у нас в селсхабовских аккаунтах примерно 1 к 10 получается. То есть, если оборот, например, в одном аккаунте там 20 тысяч, то Европа берет там 3 тысячи фунтов, например. То есть, примерно 1 к 10, 1 к 15. 15%. С чего лучше начать, с Канады или с Европы? Наверное, с Канады, мне кажется, проще. Ну, в Канаде проще, да. Там и продвижение проще, и конкуренция меньше. Но я не знаю, насколько там можно выйти на хорошие продажи, потому что сейчас продукт один еще запустили в Канаду. В принципе, такие самые жирные ключевые слова вывели в топ, но продаж как бы еще нема. Там 2-3 продажи в день. Понятно. Как-то слабенько. Ну да, товар на осадке завис, грубо говоря, с деньгами и мороки там больше, я так понимаю. Так, Но я бы занятно. начал с Англии. Если думать Канаду и Англию, то я бы выбрал Англию. Единственное, что в Англии нужно иметь, ну, компанию, и там верификация посложнее. Так, тут какие-то вопросы, все специфические, роликсы. Сможете ли вы кого-то проконсультировать по Европе, я думаю. Вот, сами обратитесь. Вы можете проконсультировать кого-то по Европе, я думаю. Что нет, наверное. Есть ли? Консультировать конкретно о чем-то. Можно много о чем консультировать. Если это то, как создать аккаунт, как пройти верификацию, то я бы рекомендовал зарегистрировать компанию где-то в Европе и таким образом легче пройти верификацию. Вот. Ну, а все остальное, как бы, довольно все очень похоже. Америка, Англия, в принципе, алгоритм весь тот же. Понятно. Так, читаю. Вы читаете под Фейсбуке-то вообще вопрос? Тут такие Я вопросы. читаю, но я не вижу, где ты читаешь. Ты какие-то вопросы читаешь, которые я, то ли они далеко уже убежали от Да, твоих которые ответов. убежали, да, я снизу, мы не успели. Ну, смотрите, что нравится, может ответить. Я просто читаю, а люди подумают, что я там мне что-то не нравится, я просто даже не пойму, какие вопросы. Александр, при регистрации бренда торговой марки нужен будет USA? Спасибо. Что он USA? Я не понимаю. Да, в USA надо зарегистрировать торговую марку. Проблем с этим никаких нет. Обращайтесь к юристам. И у нас в группе есть, я думаю, и у Игоря есть. Это делают юристы. Они подают заявку и, соответственно, платят госпошлину. В принципе, все. Есть там нюансы, но для этого есть юристы. Так, путь наименьшее сопротивление. Гоним трафик через размещение рекламных постов, офферов, прокачанных целевых группах. Ну, не знаю. Есть что по этому поводу сказать? А еще раз, можно читать, пожалуйста, вопрос? Игорь, путь наименьшего сопротивления. Гоним трафик через Так. размещение рекламных постов, офферов, прокачанных целевых группах. Ну, то есть целевые группы находим конкретно и туда, соответственно, там. Типа в Facebook имеется в Ну виду, да, да? естественно, конечно. Да, это очень, кстати, хорошая стратегия. Лично я не делаю так. Но так делает, вот мы недавно с Денисом Довгалем снимали интервью, вот он так делает. У него просто очень отзывчивая аудитория. И он, по сути, от своего имени постит в целевых группах Facebook. То есть, смотрите, ребята, вот новый товар вышел на рынок, такое-то предложение, все. И имеет с этого, короче, у него 30% стабильно идет с Facebook, именно не с рекламного Facebook, не с рекламы внутренней в Facebook, а именно с вот таких вот социальных активностей, с чужих групп, с его группы. Вот так вот. Ну, 30% он продает, и еще там нагоняется органическим трафиком процентов 20, наверное, сверху. Так, специфический вопрос по серстерм пошли. Вот тогда сформулирую так вопрос. Предположим, сейчас вот у меня несколько товаров, такая ситуация происходит, что товар не индексируется ключи. То есть такая раньше мы ставили осин, ставим ключ, смотрим красненьким, черненьким, он говорит.
И когда он черненьким горит, у нас он нигде не находится. А сейчас такая ситуация получилась, что мне люди показывают, черным горит, на второй странице, пожалуйста, находится товар. То есть, действительно, Amazon там что-то меняет серьезно, походу. И если не товар не индексируется, я так понимаю, Жозеф сказал, что можно точное соответствие по pay-per-click провести. Вот. Ну и можно какие-то еще действия, наверное, сделать. Какие, например? Смотри, ты на этот. Да, сейчас, кстати, в последнее время такая проблема. Очень многие ключевые слова, которые прописаны в search term, даже они прописаны не где-то там далеко в глубине, а в самом начале, они перестают индексироваться, непонятно почему. Раньше такой проблемы не было. Вот. Может, если это какое-то прям важное ключевое слово, переместить его или в title, или в bullet, или в description, тогда она начинает индексироваться. Честно, не могу сказать, прокомментировать, почему такое сейчас происходит. Возможно, они меняют. Да, вот мы видели, что поиск тоже поменялся. То есть при поиске сейчас невозможно выбрать какую-то конкретную категорию. Весь поиск идет в All Departments. И после поиска тогда уже ты выбираешь, какой категории ты хочешь искать. Но про индексацию еще тот метод, про который Игорь рассказывал, как делать супер URL. Таким же образом можно смотреть, индексируется твой товар по конкретному ключевому слову или нет. То есть это заходите в свой storefront и набираете ключевое слово. Если это ключевое слово индексируется, то вы видите надпись, например, one result. Если не индексируется, то ноль. То есть без всяких асинов там и так далее, таким образом легче понять, что происходит. Ну а как его заиндексировать, это попробовать через Super URL сделать пару продаж по этому ключу, настроить рекламу в точечном соответствии, ну и поменять ключевые слова местами, там переместить таким образом. Я слышал, у нас получалось раньше 5000 ключевых, символов 5000 было, потом 2000, а последний раз с человеком общался, он там какими-то знаниями обладал, сказал, что 150 символов в строчке используются, они еще индексируются нормально, а все, что больше 150 символов в строчке, типа уже по жесткой релевантности, то есть Amazon рассматривает эти варианты. То есть вот такая вот история еще была у нас. Не слышал? Да. Он отключился. Ну, подключи сейчас. Да, я вернулся. Вернулся. Все. Да. Опять, походу, да, про меня что-то говорили. Да, да. Нет, такое я не слышал. Не слышал? В общем, пока без понятия. А скажи еще раз, пожалуйста. Я слышал, что просто у нас сначала было 5000 символов, потом нам сделали до 2000 символов. А последний раз я с человеком разговаривал, он говорил, что он где-то там читал там какие-то умные заключение, что вычислили, что сейчас на данный момент с 1 апреля примерно вот это изменение, когда многие вообще вывалились, буллеты вывалились, там, сёрстер, мы сделали до 150 символов. Вот, то есть вот в таком. А все остальное, что идет после 150, идет там в жесткой релевантности, то есть насколько релевантен ключ, настолько там, ну то есть Amazon уже очень жесткая это. Ну то есть постепенно, короче, ключи нам место все меньше и меньше дают, чтобы мы не бегали, не дергались по разным нишам там и так далее. Не слышу, интересно, да? Тоже, да, не знаю, о чем речь идет. Понял. Что, давайте читать, смотрите вопросы, какие вам нравятся. Как надежнее всего делать мультиаккаунты? Вот спрашивает Александр. Джозеф, как надежнее всего делать мультиаккаунты? Мультиаккаунты, то есть несколько аккаунтов иметь, надежнее всего. Наверное, да, много аккаунтов регистрировать. Ну, у меня на каждый аккаунт разный компьютер, разный, то есть разный Mac получается, браузеры разные и IP-адрес. То есть с одного компьютера я даже заходить в два аккаунта, ну, так не делаю, потому что даже меняя IP-адрес через VPN, все равно есть опасность того, что Amazon спалит. Вот. Ну и, конечно же, эти аккаунты должны быть зарегистрированы на разные имена. Вот на себя, если зарегистрируешь, тоже палево. Ну, я немножко не такой параноик, как Джозеф. Я немножко по-другому работаю. У меня, естественно, аккаунты на разных людей, как у Джозефа, и регистрация проходит с разных компьютеров. Это тоже точно так же.
Но единственное, что я открываю доступ к одному аккаунту, и у меня, ну, пока что с этим вообще никаких проблем не было. При том, что у меня аккаунт есть на брата, который зарегистрирован, то есть и на один и тот же адрес, только у нас значит, имя меняется, да? Он Алексей Кустов, я Игорь Кустов. Вот. На сотрудницу мою, которая в офисе сидит, и мы с одного айпишника заходим туда, по сути. Я со своего аккаунта, она со своего аккаунта. Короче, там есть еще куча аккаунтов, которые так или иначе у меня появляется доступ, что там ребята просят какой-то помощи, посмотреть, еще что-то. Вот. И пока что вопросов не было. Просто Короче, если бы я шифровался, я бы делал как Джозеф 100%, но так как мне тут, в общем-то, я ничего такого не делал, мы такую все проблему хотели автоматом. решить. Мы тоже думали разные варианты. Там есть там схемы, VPN-ки тоже специфические. Вопрос такой был. Мы думали, ну, есть же людей, которых доступ делают до аккаунта, правильно? То есть какой-то наемный сотрудник, который будет работать у Да. тебя, у меня и у него, например. То есть, соответственно, если мы делаем доступ вот таким образом, как бы не должно быть проблем. То есть, если мультиаккаунт сделать и сделать себе ограниченный доступ, грубо говоря, а все остальное, как вот у Джозефа, я так понимаю. Ну, самый такой надежный вариант. То есть, человек может работать с одного компьютера на 10 аккаунтах, там, я не знаю, там, на любом количестве. Он просто как наемный сотрудник получается. Ну вот у меня такое и получается, да, что у меня куча открытых аккаунтов, я со своего компа всегда захожу, и проблем пока что не было. Но уже достаточно много времени прошло, то есть уже больше 2 лет, то есть все хорошо. Понятно. Ну вот здесь вопросы опять. Здравствуйте. Есть ли большая конкуренция? Как лучше бороться с ней? Ну я не знаю как. Тут работать надо просто и все. Каждый товар индивидуален, мне кажется. И каждая ситуация индивидуальна. Надо к ней подходить индивидуально. Короче, открываем аккаунт на всю семью и подключаем к основному. Да? Ну, гипотетически так и есть. Вот, по большому счету. Но есть еще вариант, мы вот так говорили как раз о том, если у вас, опять же, если мы говорим о десятке аккаунтов, если мы говорим о начальной стадии или когда уже серьезные деньги туда вложены, соответственно, риски разные и, соответственно, разный совершенно подход. Если мы говорим о таком небольшом бизнесе с небольшими оборотами и так далее, то вполне нормально просто два компа, один комп, например, стоит на обычном Wi-Fi, а второй просто на телефоне, ну, то есть мобильный интернет. Всегда подключены все. То есть вот у вас два компьютера, то есть у вас уже два аккаунта. Если вам надо десятки, вы там дропшипите там или еще что-то творите, вот там уже другая история. То есть тут каждый рискует по-своему. Большая конкуренция, большие деньги. Все правильно. Какие ниши? Ну, все работают там, где нравится. У меня такой вопрос. У нас с начала Нового года уже закрыли ювелирку, одежду и... Что там у нас еще? Одежда и обувь. Вот если бестселлера нет, вот просто ты, Жозеф, работаешь по электронике. Вот бестселлеранг нет, как так туда товар влазит? Просто, то есть как с красным флагом просто это самое, и тельняшку на себя. Просто я вот каждый раз, то есть начинаешь, когда ресерч делать, ну сложно, реально. Я понимаю, что некоторые программы это позволяют делать, но достаточно так. То есть мы так-то с бестселлеранг, когда бестселлеранка нет? В электронике вообще нет его сейчас толком. Ну, ты имеешь в виду, в основной категории нету, да? Ну да. То есть очень сложно работать по подкатегориям. Ну да. Ну вот единственный метод, которым я пользуюсь, это в таких нишах просто вручную пытаешься анализировать, то есть через добавление в корзину. 999, короче, да, я так понимаю. Да, то есть на первой странице все, что есть, просто добавляешь в корзину и пытаешься понять, какие у них каждый день продажи и ну, в принципе, картина проясняется тихонько. Понятно. Короче, мед 999 через Амзаван, в принципе, нормально работает. То есть мы сейчас к нему как-то так и склоняемся потихонечку. Вот. Понял? Что тут дальше у нас интересного читаем? Ну тут еще момент, да, как вот, например, мы проверяем на торговую марку, на патенты, как у вас к этому подходят. То есть мы вот выбираем товар, и насколько точно можно определить, что он не запатентован. Понятно, что много косвенных факторов. Что там кричит, что он там один продается, или у него написан номер патента, смотрим на фотографии, смотрим листинг, буллеты там. Если нигде патента не написано, даем, например, юристам. Но, может быть, какие-то еще есть советы? Да, по сути, это все. Тут по советам, в общем-то, все единственное, что как еще у меня образ мышления тут действует, это
Ну, короче, если я готов рискнуть, ну, то есть, если я смотрю, я еще сомневаюсь насчет патента, то просто потом я себе задаю вопрос, готов ли я рискнуть этой суммой денег, если что-то пойдет не так. То есть, это финальная моя такая проверка внутренняя. Все, и дальше вперед. Не всегда действительно здесь.